прекрасная осень. Привет! Наверное, кому-то интересно, что же со мной случилось. И кто-то, наверное, порывался написать, что это из-за линз, я же предупреждал, нужно аккуратнее с глазами. Но на самом деле это не из-за линз, не из-за того, что я их надевала когда-либо. Все это случилось, потому что мне просто попала железная соринка в глаз. Я не знаю откуда, может быть, когда мы гуляли, может быть, когда я умывалась и с водой, и с труб. Я не знаю. Сначала был дискомфорт какой-то, как просто какая-то соринка, либо когда на слизистой века бывает такое, ячмень вскакивает. Вот такое вот чувство было. У меня просто такое часто бывает. Я обсмотрела всю слизистую этого глаза, ничего не было. На второй день было уже такое ощущение, что там что-то серьезное. Это было терпимо, но глаз начал краснеть, немножко даже припух. Ой, в общем, мы решили поехать в больницу. Кто из Воронежа знает, мы сначала съездили в БСМП, по-моему, называется, в юго-западном районе, возле юго-западного рынка. Там сказали, что у нас офтальмолога вообще нет. Женщина, которая стояла с нами в очереди в регистратуру, посоветовала какой-то клинический центр, по-моему, или что-то такое. Вот такая больница, хотя поначалу мне так не показалось. Главное, что все прошло удачно, там очень хороший врач сделал мне операцию. Ну как операцию? Мне ничего не разрезали, мне ничего такого не делали кровавого. Сначала мне анестезию капали, просто достали иголкой мне вот эту соринку. Когда мне достали ее, я просто чувствовала себя, не знаю, самым счастливым человеком. Я просто такое облегчение ощутила, что это не описать словами. Вот такие вот дела, ничего сверхъестественного, не из-за чего-либо это произошло, просто вот откуда-то попала эта соринка. Там дело в том, что в больнице это спрашивают, что случилось, какая могла соринка и почему попасть. А я даже не знала, что объяснить, я просто сказала, что вот умывалась. У меня было такое ощущение, что что-то попало в глаз, ну именно вода попала в глаз, и знаете, вот покалывающие от хлорки ощущения, но я не знаю, попала эта соринка с водой, либо где-то на улице мне попала эта соринка, потому что куча лесов стоит на улице, во всяких местах, где пиляют что-то, что-то делают. Мне эту соринку даже показал доктор, я даже не знаю, откуда такая экспертизу я не проводила. Вообще даже не могла представить, что со мной когда-либо такое случится. Мне прописали лекарства, капли какие-то послеоперационные и гель специальный для заживления раны. И повязку уже, в принципе-то, можно снимать, но я ее не снимаю, так как я закапываю гель этот наношу. Я пытаюсь залеплять глаз, чтобы он немножко отдыхал у меня. Потом, в принципе, снимаю через время. И так мне нужно 5 дней. Видите, у меня нормальные, здоровые глаза. Мне даже кажется, что по сравнению с этим, этот глаз выглядит намного круче. Будьте аккуратными. Хотя вообще никто не застрахован от какой-либо болезни, от каких-либо недугов. Просто желаю вам скорейшего выздоровления, если вы болеете. Так что я побегу наводить порядки, стирать и заниматься всякими делами. Всем удачи! Кто не знал, в ВК есть такая функция «Получать уведомления». Так вот, если вы сделаете вот так, будете первым в курсе событий, а также не забывайте оставлять свои отзывы. Ну и также, кто не знал, у меня есть Инстаграм, можете заходить туда, также оставлять свои отзывы, писать что-нибудь интересное. Ну и я надеюсь, вы подписаны на мой канал. Ну чё, с первым снегом.